Всем привет, друзья. Неделю не снимал кроликов, то есть. А это решил заснять. Ничего с ними не происходит. Тут падежа нет. Все провакцинированы, кроме вот этой вот малышни. Малышню на следующий, да, через 2 недельки буду отсаживать, тогда провакцинирую. Сейчас пока не трогаю. Вакцина у меня есть для них. Жду, пока чуть-чуть подрастут. И на следующей недельке я приеду, уже будут покрупнее. И уже можно будет провакцинировать. Ну, какой шерстенький. Заварка, да. Живут еще с мамкой. Ну, а через неделю можно будет отлучить. Мамку только что отсадил, пытаюсь ее покрыть. Если она покроется, то будет еще лучше. Потому что после падежа у меня не так осталось много и крольчих. Вот сидит под низом. Она сейчас убежит. А мы здесь. Мы. Вот моя гуска. Если что, и кролица где-то через недельку. Ну а там будет что-то, не будет, посмотрим, потому что, ну а сейчас холостых подходов, ну посмотрим, с толком и носить, не с толком, надо есину луговую еще принести, добавить. Здесь двоечка на откорме, еще посидят недельки 3, может месяцок, это старшие братья и сестры вот этой стайки. Их было всего лишь в кроле 2, только они здесь и есть. Уже такие сбитые, хорошие, ну, пускай еще побудут. Скорее всего, это вот самочка и самец. Но это не точно. Если кто рядом возле меня и кому-то надо будет крольчиха, то я могу отсюда выделить. Есть у меня свободный крол последней клетки, еще не развязанный, то есть, ну, по дорогим кровям. Ну, так как-то так. Пойдемте дальше. Этой мамке, если что, кролица тоже через 9 дней. Маточники надо будет сейчас принести в сумку. Вот, 9 мая покрыта. Ой, июня. Так, подождите. Тогда и еще рано. В общем, ладно, я сейчас просчитаю. Да, еще рано. Ну, посмотрим, я сейчас посчитаю, сколько. Здесь у меня никого нет. Поилка, как вы видите, перевернута. И все. И здесь, по-моему... А, здесь есть. Здесь самочка условно покрыта. Была на прошлой неделе. Можем кинуть на перепроверку. Все равно эта дама не хочет. Иди назад до детворы. А то мы можем кинуть на перепроверочку. Эта самочка хорошая, крупная. Очень даже крупная такой. Одной рукой не удержишь. Килограмм 6, я думаю, есть. Если она покрыта на прошлой неделе была, то посмотрим на ее поведение. Так. Здесь никого, никого. Ну и в последней клеточке здесь тоже никого. Была самочка, но отошла. Ну, в последней клетке соседский крол ждет своей участи. Он тоже. Этот самый провакцинирован, ну, пока сидит. Вот и все кролики. То клеток не хватало, а теперь куча свободных. И черных у меня нету. Подавал вчера, понапихал своего сена, то люцерна. То есть пока не покупный, кормлю, а кормлю своим. Уже немножко легче.
Это первый покос. Эти люцерны у меня уже третий год. Ну, еще год, я думаю, пройдет. Ничего не происходит. А вы пока смотрите на малышню. Сейчас жуткая жара, надо вот эту паутину будет поснимать. Ну, этим тоже займемся чуть позже. Жарко, жарко кролика, на улице сейчас больше 30 жары, поэтому так, не дается крольчиха, значит будем считать ее все-таки условно покрытой. Сейчас посажу ее, ее очень крупная, хорошая, кто помнит предыдущий выводок у нее пропал, но она провакцинирована, посмотрим. Будет ли эффект или не будет. Так, и этой матостик принести. Что, Сеня? Васек был более общительный, ты нет. Ты диковастый. Да? Скажи, страшно просто. Ну ничего, привыкнешь. Не знаю, в нем ли причина или в чем. То акролы отличные. Пойдешь, что не кроются самочки. То есть садки есть, а акролов нет. Но так бывает. Возможно, такой год какой-то неудачный. Ну, такая вот, ребят, ситуация с кроликами. Все, пока. Тьфу-тьфу. Нормализовалась. Кто-то мне писал, может, падеж быть из-за жары, ребят. Может, из-за жары. Ну, больше было похоже на иммунологическую болезнь кроликов. Посмотрим. Так, все, ребят. Кролика показал, все у них нормально. Что, всем спасибо за внимание. Всем удачки и всем пока.